Значит, смотрите, еще раз. Вот когда у нас первый случай показательных уравнений, когда у нас нету дробей, да? То есть, ну, просто вот тут число и тут число, да? Мы думаем, ага, тут двойка в степени. Тут тоже надо подумать, чтобы была двойка в степени. Вот мы поняли, это 1, это у нас 2, 2 в третьей 8, 2 в четвертом у нас 16, 2 в пятой у нас 32. 2 в шестой 64, да? И мы понимаем, а, так это двойка в пятой. Все, и мы вот нашли одинаковое основание. То есть мы нашли одинаковое основание. Угу. То есть цель найти одинаковое основание. Здесь и здесь. Так? И дальше мы эту одинаковость как бы отбрасываем, и остается то, что не одинаково. Не одинаково у нас здесь остается 2 минус 3х равно 5. И дальше как линейное уравнение рассуждаем. 5 минус 2 там. Это минус 3х равно 3. Х равен 3 делить на минус 3. Х равен минус 1. То есть убираем одинаковость. Теперь. Это первый случай, когда простой, нету никаких дробей, нету дробей.